Первая брачная ночь. Молодожены лежат в постели, и жена мужа спрашивает: «Дорогой, а что такое секс? Как им заниматься?» А он ей отвечает: «Раздевайся и ложись со мной рядом». Она разделась, легла с ним рядом и лежит. А он ей говорит: «Давай представим, что у тебя промеж ног – это тюрьма, а у меня промеж ног – это преступник. Сейчас мы преступника посадим в тюрьму». Через час, радостные, довольные, что муж, что жена удовлетворенные. Жена мужа говорит: «Дорогой, а мне кажется, преступник опять сбежал». А он ей говорит: «Да не переживай, сейчас я его возьму и обратно посажу». Через час муж уже еле тянется за сигаретой, затягивается, а жена ему кричит: «Дорогой, преступник опять сбежал». А он ей отвечает: «Да ёб твою мать, его же не пожизненно посадили». Дорогие мои подписчики и зрители, сегодня день всех влюбленных. От чистого сердца вас поздравляю с этим праздником. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, всего самого хорошего. Самое главное – любви, наверное, в этот праздник. Большой, вот такой вот прекрасный. Чтобы каждый день вы встречали с улыбкой на лице. Всех очень сильно люблю вас. Всем пока-пока.